Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Американский ракетный эсминец Томас Хантнер отправился в воды Черного моря для проведения операции по безопасности на море, сообщил 6-й оперативный флот ВМС США. Об этом сообщает командование ВМС США в Европе в сети Twitter. Уже второй корабль ВМС США Томас Хантнер начал движение на север к Черному морю для проведения операции по морской безопасности в регионе. Корабли и самолеты ВМС США регулярно работают в Черном море для поддержки наших союзников и партнеров по НАТО, говорится в сообщении. Как сообщалось, участники главной конференции по планированию учений Sea Breeze 2021, которая состоялась в Одессе, решили, что в нынешних международных учениях будет задействовано более 30 кораблей, морская пехота Украины и США, а также беспилотные авиационные комплексы Байрактар ТБ-2. Как пояснил Клименко, это корабль одной из новых модификаций этого типа. Он введен в эксплуатацию 1 декабря 2018-го, имеет на вооружении до 74 крылатых ракет Стандарт-2 или Стандарт-3, 24 ракеты 6х4 Sea Sparrow. Учения серии Sea Breeze – многонациональное военное учение, которое проводится на территории Украины, начиная с 1997-го, в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины с 1993-го. Организаторами учений выступают Украина и США. Также добавим, что 19 марта в акватории Черного моря стартовали военно-морские учения НАТО Sea Shield 21-го, которые включают все этапы военно-морской операции в ответ на геополитический кризис в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Румынии, которые стали организаторами учений. Официальный старт учений будет объявлен 20 марта в порту Констанции. В тренировке принимают участие 18 военных кораблей и 10 самолетов 8 стран НАТО. Заявлено участие сил Болгарии, Греции, Нидерландов, Румынии, Испании, США и Турции. Крейсер, эсминец, фрегаты, корветы и тральщики, ракетоносцы, патрульное судно и морские буксиры объединят свои силы для выполнения запланированных морских этапов многонациональных учений Sea Shield. Борьба с воздушными угрозами будет обеспечиваться истребителями F-16, МиГ-21 и вертолетами ER-330, а также истребителями Eurofighter Python из Испании и разведывательными самолетами США и Турции, заявили в ВМС Румынии. На берегу развернули батареи противокорабельных ракетных комплексов и ПВО. В этом компоненте учений впервые принимают участие польские военные с норвежским ПКР-НСМ. Морской компонент учений включает в себя защиту порта Констанца и сухопутных подходов к нему. Отряды водолазов исследуют акваторию порта в поисках установленных диверсантами мин. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наши странички Instagram и Facebook. Ссылки в описании.